Впервые после двухлетнего перерыва, вызванного эпидемиологическими ограничениями, в Заречном в осенние каникулы откроются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В этом году они будут организованы на базе двух образовательных учреждений – школы номер 226 и гимназии номер 216 «Дидакт». Педагоги-организаторы уже подготовили тематические планы работы с детьми. Программу они разработали. В 226-й школе эта программа будет «Юный патриот» называться. В 216-й «Дидакт» – «Территория возможностей». То есть для детей будут организованы различные кружки, мастер-классы. Будут они также ходить по учреждениям дополнительного образования, спорта, культуры. В гимназии номер 216 «Дидакт» готовы принять 125 детей, в 226-й школе – 100. 6 октября начался прием документов на оформление путевок. Заявление родители могут подать на электронную почту в образовательную организацию и потом принести туда документы или сразу принести документы. Лагеря будут организованы в дни осенних каникул с 24 по 28 октября. Принести пакет документов в гимназию номер 216 «Дидакт» можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. В 226-й школе заявления принимают также с понедельника по пятницу, но в другие часы с 14:00 до 17:00. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».